Моя последняя в доме – газовая плита, потому что на ней готовится все горячее. Можно обжечься. Поэтому на кухне баловаться нельзя. Ничего нельзя совать в розетки, а то может ударить током. Когда я себе пирожок в микроволновке, я туда никогда не кладу металлические вещи. А то микроволновка из-за этого может заискриться и случится пожар. Нельзя играть с градусником, а то он может разбиться, а в нем находятся ядовитые вещества. Можно отравиться. Таблетки кушают только когда болеют и под присмотром взрослых. Нельзя играть около открытого окна, можно выпасть.